Доброе утро. Доброе утро. Сейчас уже вот не за горами, прямо выпускные. Выпускные, да, девочки в белых бантиках, в фартучках, с букетами. Ты же помнишь, как в простонародье, да, этот день называется? Да, не будем сейчас мы об этом Конечно, говорить. И у нас в гостях нужно все равно учителю сказать свое спасибо. И поэтому выражаем, помимо хороших слов, еще и букетом. У нас в гостях Ольга Подукова, дизайнер, флорист, руководитель цветочной мастерской. Ольга, доброе. Которая научит нас как раз делать эти самые красивые букеты. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот это у нас уже готовый, да, букет? Вот. Все верно. Так. Запах какой? Да. Запах. Из чего он состоит? Смотрите, очень часто учителям заказывают именно композиции. Mm-hmm. Почему? Во-первых, это очень удобно. Учителю не нужно искать вазу, mm-hmm. не надо куда-то ставить. То есть вот поставил сразу. Остается коробочка. Это очень важно. А внутри-то что там? Внутри флористическая губка, куда устанавливается. Это вот зеленая цветы. Вот эта штука? Да. Флористическая губка. Да. А есть какое-то другое название? Потому что я как-то слышал другое название. Пиафлор. Вот, пиафлор. Запомни. Пиафлор, так. Здесь у нас присутствуют достаточно трендовые цветы. Матиола, вот этот аромат, который вы сейчас ощущаете, он распространится на всю вашу студию сегодня. Так, хорошо. Звучит как угроза. Также сейчас очень часто заказывают ранункулисы, гортензии. Ну и, конечно, сезон пионов начался. Ой, красота. Это да. Ну да, проще, конечно же, заказать букет, посмотреть его уже прямо вот в горшочке, подарить учителю. Но можно ведь это все сделать собственными руками. Все верно. Всегда есть мамочка, которая хочет сделать своими руками, показать, как она умеет. Mm-hmm. И у нее наверняка еще в саду выросли свои цветы. Да, ну а давайте определим. Все ли цветы можно дарить учителю? В принципе, да. Чаще всего выбирают те цветы, которые либо долго стоят, либо которые нравятся учителю. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Поэтому я хочу показать такую технику, с которой справится абсолютно любой человек. Любая мамочка с помощью ребенка. Можно использовать цветы таких естественных природных форм. Mm-hmm. Рассказывайте, как мы будем рассказываем. Это все делать. Принцип плетения коврика. Ага. Мы берем проволочки. Так. И начинаем просто вплетать. Ну, вот знаете, как такая бамбуковая шторка. Да, 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 да. Вот. То есть жалюзи из цветов делаем, да? Ну, в принципе, да. Я сделала заготовку от высокого к низкому. Правильно, поэтому он потом будет заворачиваться и получится как ракушка, да? Он получится идеальной формы букета. Ага, то есть от большего к меньшему мы идем, да? Ну, а вообще, мода существует ли на... Вот мода же на все существует. Я вот смотрю, вот в вашем букете преобладают такие вот пастельные, да, белые, желтые, пастельные, и пастельные тоже белые, просто белые. Или не обязательно делать вот именно такого цвета? Ну, пастельные тона сейчас в тренде. Mm-hmm. Mm-hmm. Такие нежные, сближенные оттенки на нюансах, на каких-то полутонах. Это правда. Uh-huh. Но в данном случае мы можем использовать... Вот чем хорош этот принцип? Тем, что мы можем использовать вообще абсолютно любые цветы. Например, колоски, то, что выросло на даче, какие-то веточки. И в этой технике можно... придумывать вообще совершенно разные виды. То есть обязательно от, виды. От длинных к коротеньким? Да. Нет, можно экспериментировать. Ну, а чтобы красиво получилось, то он всегда красивый. И вообще себестоимость этого букета, ну-ка скажите ко мне. Вот если, выйду в поле, нарву колоском, ромашками украшу. Но останется потратиться только на проволоку? Ну, проволока, да. Проволока продается в садовых центрах. Поэтому, это специальная какая-то проволока? Нет, погоди, у каждой мамочки есть папочка. У папочки наверняка есть проволока. Можно обойтись подручными материалами. Видишь, что это флористическая какая-то проволока. Ну, в данном случае это просто флористическая, потому что она зеленая. Ага, чтобы не было видно. Ага. Но ведь у папы есть проволока и есть краска зеленая. Погоди. Если есть мамочка и папочка, значит есть и дочечка, сыночечка. А у них стопудово есть краска. Краска, акварель или гуашь. Все понятно? Подождите. Заканчиваем. Ой, как здорово. Все, обрезали. Это нам с тобой сказали заканчивать. Заканчивать ерунду нести, да, в эфире? Подождите, Ольга, существует мнение, что вот, кстати, букеты с собранные в коробку, делают из некондиционных цветов, да? Ну, к сожалению, существует такое мнение, но вот мы в своей студии пытаемся
искоренить этот взгляд и приучаем людей. Из-за того, что могут быть обломаны и поэтому в коробку повесить? Нет, вообще, вот знаете, существует, ну как, флорист, он должен понимать, что он делает. Когда цветок коротко подрезан, питание для бутона наиболее максимально. Поэтому, в принципе, цветы в композиции стоят дольше. Вот. Конечно, не очень такие люди, которые следят за своей репутацией, могут использовать гнилые цветы, но это прям совсем плохо. Это Так, давайте заворачивать нашу цветочную жалюзи. Самое интересное, да, то, что происходит, в любом случае букет получится красивым. Супер. И так как у нас идет ниспадение, то получается достаточно ровная такая вот штука. Я говорю, она похожа на ракушку. Ракушку, да? Нам останется только подрезать. Подрезать, да? Подрезать, конечно, обязательно. Любые цветы нужно подрезать перед тем, как поставить воду. Ага. Это прям правило, которое нельзя нарушать. Вот. Вот скажите, у меня всегда есть такой вопрос, а нужно ли снимать оберточную упаковку, вот, в которой хранится букет, потому что очень много денег там, и сил тратится именно на упаковку, а цветы потом, когда все это распакуешь... Ну, не так красиво, не так эффектно смотрится, да? Ну, тут нужно понимать... Там нужно, чтобы снимали упаковку? Смотря какая упаковка и как вы к ней относитесь. Да. Если вам нравится, пусть оно остается. Вообще по правилам, по вот, Европе, например, они вообще не используют упаковку. И это считается таким не очень правильным решением. А в России мы любим. Нам прям красиво. Спасибо вам большое за новые знания. Да. Приобрела что-то, конечно. Конечно. Как называется, ну-ка, вот там штука вот эта? Губка. Ну-ка, губка, да? Инофлор. Все, спасибо. Ольга Падукова была у нас в гостях, дизайнер-флорист.